Ребята, всем привет! Волнующий момент. Фармим босс мира в игре Top Fantasy Town, откуда хороший должен быть дроп. Но надо нанести 1% хотя бы урона для того, чтобы поучаствовать в этом луте. Я, кстати, шпилю с двух аккаунтов. Весь сервак здесь. Вот так, значит, происходит фарм главного босса. Ничего не понятно вообще. Ох, босс жесткий. Как видим, во X5. То есть 5 раз будет этот босс. Я вообще не знаю, лагает у меня очень сильно, на самом деле. Я хочу пойти его бить, не получается никак, давай. Кстати, я думал, что в телеге не будет лагов. Куда-то он убегает постоянно. Иди бей, блядь, босса. О, черт. Давай. Вот падает с них дроп во время. Ну давай, бери, что-то делай. Ай, убегай, убегай. Ай, блин. Возрождение через 20 секунд. Это да, лаги сумасшедшие. Снова меня пум убили, я даже не успел встать. Шмот надо поярче, значит, означает. Надо подкачаться, а не для всех это данж. Конечно, посредки бы там левела еще принимают участие. Как-то бы. Так, продолжаем ставить в лагах. Вот этого дракона надо уже бить. Ай-яй, давай быстрее. Ну давай, бегай. Вот этой мастухой сколько он убил. Давай, иди бей его, блин. Все, убили босса. Смотрим, какой дроп. Вай. Нанесен урон меньше, чем 1%. Не можете участвовать. Вот так происходит фарм этого бота, этого босса. Вот, и сколько шмота, и браслеты, и кольца, и ожерелья. Это, кстати, хороший шмот. Добавляет. Нормальный, стоит нормально денег. Вот, кстати, вот это и суть игры. Типа прокачаться а-ля и подкачаться и принимать участие в таких типа данжах. Для того, чтобы потом продавать. Вот смотрим, вот браслет путаница, вот этот 15-й. Посмотрим, сколько он стоит. 15-й браслет путаница. Ну вот, столько позабирали. Всякого интересного, а нам ничего не досталось. Так, торговать. Посмотрим.
Браслет 15 путаница, правильно? Где тут эти браслеты продают? Это 11 даже. Вот этот браслет стоит 4,51. Вот так, 4,51. Это MC этих коинов, он там почти уже равен тону. Ну и вот такие скиллы он добавляет. Туда, а кольцо сколько стоило? Вот такое, кольцо самосвета, там еще тоже упало. 7,724. Вот такие апдейты дает. Это 7,4 у вас сейчас стоит этих самых, это 28 баксов, 30 баксов где-то стоит вот это кольцо, вот они его продают. Конечно, он выведет это, если я бы покупал его, например, или кто-то, надо было бы 30 бачей завести. А так он выведет чуть меньше, там 26, 27, 25, не знаю. Но все равно прикол пошел, так шу зафармил, кому-то упал. Конечно, тоже вопрос, или покупают. Но это уже второе дело. Так, и хотел вам еще показать. Тут в этом, там, где эти рейд-боссы стоят, есть такая башня монстров. А ну, залетаем туда. И тут стоит тип... 56 уровень, никак не могу его я победить. А я 52 левел, надо идти качаться. Так, выходим в город. Смотрим кач, ну и снова эти рейд-боссы микро, которые появятся через час 56. Блин, где-то он недавно был. Пока я был на тех рейдах, тут были рейда. Это да... Подфармим что-то. Так, что у нас в сумке? Вот я уже на этих нубских лутах собрал, таки уже там 13-й даже шмот у меня есть. Возврат, ну и все, надо ждать нам вот этого рейд-босса. Ну вот этих, которые не появятся, там 2-3. Ну так можно бегать и фармить. Нету бриллиантов, а ну посмотрим. А нет, бесплатно один остался. Но мы их оставим на рейдов этих. Ну, как-то так. В Колизее я уже был. Да, уровень у меня капитан. Капитан Колизея. Ну, короче, вот как-то так.